Пустите, иди туда. Не жду. Иди туда. Еще. Пропустите средства массовой информации. Проходите. Алло. Открывай эту милицию. Ну откройте эту милицию. Паша, проверяй. Паша, ты там внутри? Держишь. Проходи, держишь. Опа. Пресса, 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 проходите, карточку поменяли? Поменяли. Молодцы, все хорошо. Вы хотели получить видео, я не знаю, здесь свет, наверное, здесь экономит электричество. Нет, я себя включу. Тут она. Можно забежать? Нет. Да. Какой здесь без номера, да, кабинет? 208 приемная. Кабинет просто головы, да? Да. И сколько головы? Нога, и сколько головы? Нога, и сколько головы? Кто? Не, спускайте так. Так, где Вов? Вов. А где мешок? Мешок сейчас. Так мы это что, изымаем? Мы это не изымаем. Мы фиксируем, как Марк круто живет. Золотые монеты, золотые у него. Подарочные, да, потом скажут, как сказали. Да, паркер, ручка. Часы. Поварили тоже. Пресса пришла, она же хотела видеть, да, девушка? Вы говорили. А я одна, что ли, представитель прессы здесь? А? Я же не одна представляю прессу, насколько я понимаю. Вот здесь в данном кабинете. Я говорила, да, конечно. Да. Здесь нету представителей прессы, кроме вас. А, вот это не представитель прессы, который снимает. Это наш оператор. А, понятно. Ну, так я же снимаю. Мы туда еще что-то придем. Магазин можно просто поручить. Все равно было удостоверение, что-то оно старое, другое новое. Я просто знаешь, что думаю, я думаю, что
на зарплату, которая указана, все там расписание, такого не купишь. Это подарок. А подарок это что, разве не закончили? Янковичу тоже золотой батон подарили. 360 и 375 гривен подарок стоит. Больше, что считается, уже взял. Да, считается. Документация. Подарки должны быть до 300 гривен. Ну ничего не надо. Как ключ нашли. Какие-то планировки, квартир. Интересно, записали на видео, когда гражданка Шигида присловливалась, кто должен приехать и когда ему позволить, а? Есть на видео, как она говорит, приезжает с пистолетами и артиллерией, если что есть. Да? Можете поменять декорацию? Даже нового президента нету при этом. Палочка-вырушалочка. Я извиняюсь. Те монеты фиксировать, не фиксировать? Ну, сохраните здесь. Серебряные. Я разберусь, что не фиксировать, не переживайте. Я разберусь, что зафиксировать. Еще раз. Я разберусь, что зафиксировать. Фиксируйте дальше. Я разберусь. Ну, ничего страшного. Все было. Приезжала Тимошенко. Это что, преступление, что ли, какое-то? Я не фиксирую, я фиксирую.